Десятки близких друзей Фивзия Кубова собрались, чтобы поздравить именинника с юбилеем. Президенту Крымского инженерно-педагогического университета исполняется 80 лет. Среди гостей – политики, общественные деятели, научные сотрудники, преподаватели университета. Фивзия Кубов прошел путь от рядового преподавателя до ректора университета, а после и до президента Крымского государственного инженерно-педагогического университета. Награжден званием Героя Украины. Это действительно известная личность для нашего народа. Он сделал первые шаги, чтобы создать университет. Он всегда говорит, что образование и просвещение должно быть на первом месте. Наш народ должен быть образованным.